Здравствуйте, мои дорогие мамочки! И у нас очередной обзор. Многофункциональный набор кормления от Ньюб. Его можно использовать в микроволновке, посудомоечной машине, не содержит бисфенол А и фталат, а значит, он является безопасным для вашего малыша. Мы пользуемся этим набором уже несколько месяцев, поэтому мне есть что вам рассказать. А также я предлагаю вам вместе со мной проверить, выполняет ли он свои функции и отвечает ли своим характеристикам, заявленными производителем. Итак, в набор входит ложечка для кормления, которая имеет изогнутую форму. Удлиненную ручку для удобства кормления. Толкушка. Ручка ее прорезиненная, поэтому ее удобно держать и она не выскальзывает из рук. Сама тарелочка с ребристой поверхностью с одной стороны. Она также имеет прорезиненную ручку, чтобы ребенку было удобнее держать, а также прорезиненное нескользящее основание, что удерживает ее на месте. Так ли это? Давайте проверим прямо сейчас. Не похоже, что она не скользящая. С этой задачей набор не справился. Как указал производитель, вмещаемость чашки примерно 300 мл. Давайте проверим с помощью детской бутылочки. Мы наливаем 150 мл и еще добавляем 150. Итак, мы видим, что все соответствует указанным параметрам. А теперь я проверю, как толкушка и ребристая поверхность справятся с приготовлением пищи. Наши яблочки и тыковка только из духовки. И проверим, насколько будет легко справиться с такими простыми фруктами. По-моему, получилось неплохо. Если остались маленькие комочки, можно их растереть о ту же ребристую поверхность тарелочки. Пюре смотрится идеально. А что насчет более твердых продуктов, таких как мясо и картофель? Давайте проверим и здесь. Мне кажется, консистенция получилась идеальная, поэтому и здесь набор справился со своей задачей. Теперь мы можем плотно закрыть крышечкой и оставить до следующего раза. Этот наборчик мы купили на сайте Розетка.ua. Спасибо сайту за хорошее качество и за быструю доставку. Ссылочку на данный товар вы найдете в описании.